Всем привет! Меня зовут Илья Малкин, и я тот человек, который бросил вызов Ивану Маркову «Локомотиву» на бой, который состоится 12 ноября на юбилейной опасной зоне номер 100. Но давайте по порядку. Все зрители резонно задают вопрос. А почему? Как же так? Почему я вернулся в НФР? Ведь 2 года назад я проиграл чемпионский титул и по условиям того матча должен был покинуть НФР навсегда. Что я и сделал, в принципе. Но я все эти 2 года не сидел сложа руки и не плакал, и не писал в социальных сетях о том, что весь мир рушится. Я пахал вот этими руками, чтобы создать свой промоушен. И я это сделал. И теперь, 12 ноября, я выйду на ринг не как рестлер НФР, а как руководитель промоушена, который базируется в Санкт-Петербурге. Ну а теперь к делу. Почему я сделал вызов именно Локомотиву? На это есть 2 причины. Первая причина. Я считаю его одним из лучших рестлеров России. Это факт. И моя карьера началась с личного противостояния против него. И вторая причина. Я ненавижу эгоистичных и самовлюбленных людей. Его эго бежит впереди него. Я буду твоей смирительной рубашкой, Иван Марков. Ты знаешь, я знаю, и многие знают, что только я могу победить тебя. Ты любишь рэп, ты любишь музыку Оксимирона. И я повторю слова одного из исполнителей рэп-баттлов. Знаешь, Иван Марков, может быть, ты и самый жесткий и жестокий рестлер в России, но ты всего лишь наемник, который любит деньги и славу, а я солдат, который убивает за честь и семью.